В районе Седанкинской развязки вот этот автомобиль Mitsubishi Evolution снес железобетонную опору электропроводов. Водитель находится предположительно в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работает наряд ДПС и бригада скорой. Водитель седана в крови, от медицинской помощи отказывается. От него за километр разит алкоголем. Еле ворочая языком, мужчина пытается рассказать, как попал в аварию. Что случилось? Ну, занесло и все. Как занесло? Ну, так бывает. Понятно. А от врачебной помощи почему отказался? От какой? Ну, вот, скорая была. А зачем? Ну, как зачем? Я же нормально. Уверен? Да. Выпивал? Нет. Точно? Просто. Какой смысл? Автомобиль Mitsubishi Lancer Evolution двигался со спутника во Владивосток. В районе Седанкинской развязки рулевой не справился с управлением авто, машину занесло, развернуло, и она оказалась зажата между двух столбов опоры электропроводов. Благо, сами провода не оборвались и не рухнули на проезжую часть. Сотрудники ДПС просят водителя седана проехать в КНД, но тот отказывается. Выходит из салона машины, справляет малую нужду и, еле передвигаясь на ногах, ныряет в автомобиль. Через несколько минут начинает стонать и просить полицейских вызвать для него карету скорой. На место прибывают медики и увозят пьяного водителя в больницу. Сотрудники ДБС пробивают по базам парня. Оказывается, что ранее он не был замечен пьяным за рулем. Этот случай стал первым, и, вероятно, он его надолго запомнит.